Ну что, ребята, всем здорово, добро пожаловать на новое видео. Сегодня такое вот небольшое видео, которое посвящено тому, как вообще устанавливать такой мод, как мод на вторую часть Half-Life. Достаточно много было всяких там вопросов, много пожеланий, чтобы я заснял инструкцию. Ну, ребят, держите, что сказать. Для начала, конечно же, лезем в Google и вбиваем такое вот слово мод, мод DDB, типа мод database. Переходим сразу вот сюда. То есть нажимаем, да, на первую вкладочку. Переходим на сайт и вбиваем в поиск вот сюда мод. Вот. Здесь у нас сразу, вот, в принципе, по первым результатам выходит тот самый мод, который нам нужен, да, то есть Half-Life 2 мод. Кстати, недавно вышла версия 1.2, как только заметил, да, только что буквально. Ну, давайте вот ее скачаем, типа, вот, нажимаем, потом download now, можно нажать сюда, чтобы не ждать. Ну и в принципе все, ждем пока все это скачается. Боже мой, какая скорость, охренеть. Ну, ждем пока, ребята, пока ждем. Так, ну вот вы в принципе скачали Half-Life 2 Memod 1.2. Открываем архив, идем сюда, потом сюда. И переносите именно те папки, которые вам, так сказать, нужны. Допустим, вы хотите поиграть в обычную вторую Half-Life с Memod, да? Переносите вот эту папку. Хотите поиграть Half-Life 2 Update? Переносите вот эту папку там и т.д. и т.п. Учтите то, что вот эта папка должна быть перенесена просто обязательно. Ну и понятное дело, в то, что вы хотите поиграть, у вас должно быть установлено, да, то есть это очевидно. Возьмем, короче, все абсолютно, да, кроме метастазиса и синематика. App1, App2, Half-Life 2, Half-Life 2 Update. Ну, Lost Coast, ну давайте тоже возьмем на всякий случай, я не знаю. Хотя, в принципе, если не собираетесь с него играть, то и не нужно его переносить. Ну вот, в принципе, копируем. Вот, пожалуйста, копируем мы все это в папку SourceMods, которая находится в папке Steam Apps, которая находится в папке Steam. Вот. Напоминаю, кстати, ребята, то, что Steam и библиотека игр должны находиться в одной папке. То есть, если у вас находится, допустим, Steam на диске D, на диске C, а библиотека игр на диске D, то там, как говорили, что-то работать не будет. Так что уж установите куда-нибудь там в одну папку, я не знаю. И все, так сказать. Ну вот, в принципе, и все. Все готово, больше ничего не надо делать. Ну, как говорится, запускаем Steam. Ну вот, ребята, в принципе, и все. Как вы видите, все то, что мы копировали, все это появилось. Half-Life 2, Half-Life 2, Half-Life Episode 1, Episode 2, Lost Coast, Update. Все это мод, конечно же, да. Также хотел бы вам сказать, то, что вам понадобится SourceDK 2013 Thinkpower, да, то есть вот эта вот шляпа. Берете, устанавливаете, после того, как вы установили, переходите в свойства, бет-версии. У вас должна стоять такая шляпа, как отказаться, да. Ставите upcoming, да. Вот и все, в принципе, ребят, вот и все. Запускаете, там, настраиваете и все, играете. В принципе, все очень просто. Надеюсь, я вам всем помог. Всем удачи, всем пока. Не забывайте ставить лайкосики, этим самым вы меня поддерживаете. Ну, пока-пока, ребята, пока.